занимается этим с мужчиной. Они занимаются этим на самом деле. Но что я могу сказать, солнышко? Ничем не могу помочь в этом направлении. Разве ты не видишь? Поверь мне. С меня довольно. Да. Ну хорошо, не хочешь помочь мне? Тогда я найду кого-нибудь другого в помощь. Как этот художник, Джек Дипс. Он уже давно мелькает здесь. Это точно. Этот неумех, который решил, что придумал это место. О чем, по-твоему, я говорил, Холли? Ну, я бы постереглась, дорогой. Скоро вас здесь станет двое. Я скажу тебе кое-что, потому что ты оказалась умнее, чем выглядишь. Ты ввязалась в дело, которое тебе не по зубам. Ну да. Так что сдвинь ножки вместе и забудь о реальном мире. Спасибо за внимание. Посмотрите.